На выходных в Якутске ожидается минусовая температура. По прогнозам синоптиков, в ближайшие два дня в столице республики ожидают небольшой дождь и заморозки. В дневные часы температура воздуха поднимется до 8-10 градусов со знаком «плюс». В субботу ожидается переменная облачность, ветер западный 5 метров в секунду. Температура воздуха ночью – минус 1 градус. До аналогичной отметки температура опустится и в ночь воскресенья. Также синоптики предупреждают о том, что 28 августа на Нижней Лене ожидаются порывы ветра до 18-23 метров в секунду.